Доброго времени суток, дорогие друзья! Это Динамо ТВ, проект «Кэш на выезд». Я АК Огурец. Так, на часах 17:48. Первая ласточка появилась. Тепло, тепло, тепло. Горячо. Чисто по памяти нашел место. Мои поздравления. Расскажите, пожалуйста, как так быстро вам удалось все это осуществить? Да буквально, на самом деле, подъехали там буквально 10 минут назад, выложили видео, посмотрел. Я вспомнил, что мы в прошлом году здесь были, сидели на лавочке, поэтому быстро сориентировался. Ну, прошло с публикации видео 5 минут. Да. Ну, я бегом бежал, не буду врать. Вам повезло. Да. Поскольку наши первые два тайника нашли достаточно быстро и довольно просто, то правила немного поменяются. 9-й тур на выезде мы играем с футбольным клубом «Смолевичи», но в поселке Октябрьский. Очень интересное живописное место, куда еще не ступала нога динамовца. Так вот, мы не покажем конкретное место, где спрятана колба. Мы лишь обозначим область. И где-то в этой области, в радиусе 50 метров, будет спрятан наш тайник. Естественно, обозначенная область будет находиться недалеко от стадиона, в пределах 5 минут пешим ходом. Ну а чтобы не пропустить важное видео, подписывайтесь на наш YouTube-канал и ставьте уведомления о новых видео. Также следите за нами ВКонтакте и Инстаграм. Не упустите свой шанс. Всем удачи!